Всем привет! Сегодня я снова в пути. Пришли сумки, пришел багажник. Все, что заказывал на месте, все готово для путешествия. Я сегодня делаю тест-драйв. Еду до Телецкого озера из Горно-Алтайска. Это 150 километров. Посмотрим, как я в полной экипировке справлюсь с этим расстоянием. Если все получится, все будет удачно, то можно смело отправляться в путешествие. Собирался на скорую руку. Старался взять все по максимуму, ну, вроде бы ничего не забыл. Посмотрим, видно будет, в пути, может быть, что-то и вспомню. Мне не хватает опыта сборов в такие дальние расстояния, поэтому вот мне и нужна для этого такая тренировка сегодняшняя. Ну что, поехали, будем ехать, любоваться природой, кайфовать. Я и велосипед, все здорово, рванули! Переднее колесо. Заметил я это еще дома, но прокол найти не смог. Снимал колесо, топил его, качал, смотрел. Прокола нет. Но где-то травит помаленечку. Подкачиваю сейчас на всякий случай. Вот такие дела. Ничего, пойди, едем. Итак, позади час пути и 17 километров. Я проехал село Карасук, сейчас начинается Карасукский перевал. Высота сейчас 406 метров, перевал где-то на 600-650 метров. То есть мне нужно будет сейчас примерно за 5-6 километров 200 метров высоты набрать. Ну что, прём, и это будет самая верхняя точка у меня сегодня. Пик, так сказать. Дальше будет еще пару перевалов, но они все примерно на высоте там. Гораздо ниже, чем 600, там 400 примерно метров. Тулим наверх. Погодка сегодня шикарная. 20 градусов. Не жарко, не холодно. Ветра практически нет. Кое-где там на равнинах поддувает. А так красота. Ночью был дождь. Реки переполнены. Влажно так стоит. И весенний такой запах. Травы, цветов, тут черемуха кое-где цветет. Красотища. Еду прям, кайфую этим ароматом. Каждый прям уголок легких заполняется этой чистотой и запахом цветов весенних. Березка, черемуха. Красотища. Только посмотрите. Жаль, камера запахи не передает. Так многие говорят. И те, кто шашлыки жарят, и те, кто катаются на природе. У нас в селе черемуха цвела, а здесь повыше, получается, на 200 метров почти. Здесь она до сих пор цветет. Пока разъехались все машины, послушаем лес. Красота. Поднимаюсь в Карасукский перевал. Почти уже вершина. Увидел здесь в лесу огоньки цветут. Весенний цветок у нас занесен в Красную книгу. Они только начинают цвести. Когда все зацветут, тут будет все оранжево. Все поля оранжевые. Красотища. Сейчас поближе подойду, сниму его. Какой он красивый. Клещей бы не наловить, самое главное.
Вот он какой красавец. Краснокнижный. Цветет недолго, но очень красиво. Этот кусочек дороги до Телецкого озера стал с недавнего времени федеральным. И вот сейчас здесь везде капитальные ремонты идут. Дорогу расширяют, делают новые мосты. Работа кипит, в общем. Я сам лично уже пока еду, бригад 10, наверное, видел. Все работают, независимо друг от друга. Ну и дорога будет идеальная. Стала на части Чуйского тракта. Называется Чуйский тракт, подъезд к Телецкому озеру. Я, кстати, спешился. Не могу одним ходом залететь в этот перевал. Тяжело довольно-таки. Сейчас прогуляюсь и дальше поеду. Это наивысшая точка сегодняшнего моего путешествия. Въезд в Чуйский район, перевал Карасукский. 600 метров высота. В пути я примерно 2 часа 2.15. Судя по скорости и времени, до Телецкого озера я сегодня не доеду. Но не будем на это смотреть. Это был самый тяжелый участок. Самая большая высота преодолена. Поэтому дальше много спусков и не такие высокие подъемы. Здесь тоже черемушка цветет. А вот эти все машины, которые стоят, это на заготовке черемши, или как у нас ее называют, колба. Я 2 недели назад до сюда доезжал, до этого перевала на велосипеде, и полетал здесь на квадрокоптере. Сейчас пока с перевала спускаюсь, включу вам видосик, покажу, как здесь красиво. Полетели. Посидел, перекусил, отдохнул, сникерс скушал. Сегодня маршрут строил по приложению Komoot. Он у меня поддерживается моим велокомпьютером. И вот сейчас могу видеть карту высот. Сейчас я нахожусь на пике. Вот она, красная точка здесь. И теперь сколько у меня спуска. То есть мне сейчас нужно будет спуститься по километражу даже больше, чем я проехал сейчас. Вот он. Я сейчас на верхотуре на самой. И вот сейчас спуска у меня... Прям четверть моего пути. Я думаю, здесь километров 30 только я сейчас буду практически спускаться вниз и вниз. А потом уже будут небольшие спуски, подъемы. То есть там дорога уже не такая лютая, как в этом месте. Ну все, спускаюсь. Спустился с перевала до села Сугул на одном дыхании, просто, почти не крутя педали. Сугул. Не смог проехать мимо, то ли это остановка. В общем, красивая локация. Вот такая остановочка, здесь ступеньки вниз, мостик, речушка. Красота. Но по карте у меня все еще спуск и спуск и спуск. Просто остановился. Место очень красивое. Ну вот единственное, еще бы вот эти уроды на стенах не писали,
Было бы вообще все шикарно. Кто-то же сделал здесь это. Видно, для себя. И спуск к участку, к дому. Красота. Видно, сделано все с любовью для себя. Сугул. Заезжаем в село Паспаул. Мчим, так сказать. Да чё и 14 километров. Вверх Биг 63. Нормально. Нам надо и туда, и туда. В Чайском районе дороги плохие. Как заехал, так и заплатка на заплатке. Ям нету, но латка на латке. Ну, видно, что тоже работа идет по расширению участков. Ну, а вот такая она везде. Капец. Сильно не разгонишься. Вот там вдалеке поля огоньков, о которых я говорил, цветут оранжевые красавцы. Вон они. Кое-как осилил перевал, который перед Чоей. Все, вот она Чоя, спускаюсь на нее. Впереди еще порядка 100 километров и подъем до 540, а сейчас высота 300. Фу, сомневаюсь в своих силах. Ну что, пробуем, время еще есть, сейчас обед, попробую в Чое найти какую-то столовую пообедать. Хотя у меня с собой есть горелочка. И лапша быстрого приготовления. Но, чтобы время не терять, лучше, наверное, столовочку найти. Пообедал в селе Чоя, в кафешке, вон за мостиком. Пытаюсь восстанавливаться, набираться сил и ехать дальше. Сейчас у меня подъема 20 километров одного подъема. Ой, это не последний перевал на сегодня. Кстати, после Чоя дорога стала идеальной. Хорошие обочины, вот такие мраморные, красивые. Смотрите, ой, красота какая. Где такие еще обочины увидишь? Чистый мрамор. Все, катим дальше. И вновь не могу проехать. Поля огоньков. Вон они красивые какие. Красотища! Катим, катим. Сейчас у нас 20 километров подъема. Фу, как выживу, не знаю. 61-62 километра проехал. Катим. Ну, после обеда вроде немножко силы появились. Или, может быть, потому что перевалы кончились. Ну, сейчас видно будет. Сейчас где-то резкий подъем в гору будет. Село Советское. Остановился специально сфотаться. Остановка такая... советская. Прям даже какое-то тут настроение советское. Интересно, сколько у нас в стране осталось сел с названием советское. Тут нет интернета. Приеду, обязательно загуглю. Село действительно маленькое, советское. Вот магазин. Смотрите, какой магазин. Размер 3х4, наверное. Какой на 4? 2,5х3, наверное. Магазин, но закрытый. Вот еще магазин. Режим работы с 9 до 15. Вход в маске. Вот так. Советская. Встретился сейчас с велопутешественником. Он сам из Перми. Зовут его Илья.
Он из Перми прилетел в Новосибирск, или приехал, я что-то не спросил его. И из Новосибирска он ездил до Турачака на велосипеде, там отдохнул. Погода была мерзкая, ночные температуры там были плюс один, плюс два. Он говорит, мерз, и назад не выезжал, работал на турбазе, там помогал 2 недели, чтобы назад поехать. Вот сейчас катит. Прям разговорились так, инстаграмом обменялись. Интересно, я вот первого путешественника встретил в этом году вообще, да еще и пообщался. Прям силы как будто добавились, готов переть. Кстати, он говорит, впереди у меня самый Ахтунг. Ну ладно, он проехал, и мы проедем. Вот такая дорожка. О-о-о-о-о. По всему пути пасеки стоят. И пасечники приглашают отведать метку, соты, перга и купить себе. Ну, туристы заезжают, берут, а что сразу, вот она пасека, вот он мед. Явно не какая-то бодяга. Итак, вот с этого места начинается перевал. Перевал, предпоследний мой. Ну что, понеслась. Лошадка, помоги мне. Помоги мне. Смотрим на велокомпьютер. 30, 20, 10. Та-дам! 75 километров позади. А 75 у меня это половинка. Время где-то 3 часа. Теоретически я должен успеть сегодня доехать. А вот практически пути-то половина. А силы-то все закончились уже. Вау, лес какой сказочный. Кино можно снимать. А я все поднимаюсь в предпоследний мощный перевал, который на карте у меня как большой зуб. И его еще 3 километра. Прям. Осталось 30 метров подъема. Что-то я все меньше любуюсь природой. Фу. Это что-то. Какие перевальчики. Вот так. Ну ничего. За перевалом будет спуск. И это радует. Катим. Неужели я спускаюсь? Вау! Это круто! Летим! Спускаюсь и вновь поднимаюсь. Вот такая тренажерочка сегодня. Так практически всю дорогу. Вот он спуск. Отличный кайф. 50 километров в час. И подъем. Почти всю в пешочком. Ничего, хорошая тренинга. Скоро поворот на Турачак. И 100 километров. Через 18 километров. Не рассчитал с водой. Сейчас мужичков остановил. Налили мне немножко минералочки. До следующего магазина хватит, поди. Последнее перевалище. Устал, как собака. Скоро 100 километров на велокомпьютере. Фу, капец. Встал в теньке. Жду. До машины проедут, такая тишина. Лес. Приятно слушать. Птички поют. Наконец-то я забрался на перевал.
Это было непросто. Хочу ли я это повторить? Нет, не хочу. Сейчас не хочу. А потом, когда буду смотреть, я еду весь день, а там всего лишь 15 минут на видео посмотрю. Блин, как классно. Зимой особенно. Надо повторить, летом еще раз съездить. Это было непросто. Подготовки мне явно недостаточно. Итак, перевал на Турачакский район. Сейчас длинный спуск. Красотища, хорошо. Как после бани. А вот сейчас самое красивое место всего пути. Река Бия. Вау. Выезжаем, и вот она, красавица. Бурлящая, уже чистая, широкая, раздольная биюшка. Вот она, красотка. Тут нельзя проехать мимо. Надо обязательно полюбоваться. Вот она, бурлящая. Летом она, конечно, поспокойней. А сейчас дури в ней полно. Красавица. Сейчас здесь буду привальчик делать. Может, что-то покушаю. Вон там вдалеке торговля. Мне казалось, что силы меня уже покинули. Постоял тут 5-10 минут. Полюбовался. Как будто заново народился. Красота. Можно ехать дальше с новыми силами. Остановился перекусить. Блинчика взял с творогом. Какой кайф посидеть на лавочке после целого дня поездки. Шикарно просто. И чаю взял горячего, черного, с сахаром. Сейчас сахара в кровь и еще 50 километров. Одним махом. А тем временем солнышко уже на закат. Время 7 часов вечера. День промчался незаметно. О, лошадку напугал. Ну ты что, я мимо еду просто. Я просто мимо еду. 30 километров осталось. Очередной спуск. Справа шумит Бия. Река Юрок. Папа, привет. Видно, что здесь подтапливало. Я говорю 25 до Ягача, а вывеска говорит 32. Надеюсь, вывеска врет. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрый вечер. Скорость бычка 20 километров в час. Так, общеразвивающая информация. Красота. Справа Бия. Слева скалы. Очень красивое место. И здесь еще слияние какой-то местной речушки.
Мне все время в глаза бросается это место. Оно очень красивое. Сейчас за поворотом я его продемонстрирую. И все время какая-то такая коротенькая травка. Лесок красивый. Камушки. Домики деревенские старые. Какое-то затишье такое. Идеальное место. Мне нравится. Не смог проехать мимо. Мостик через Бью. Она сейчас большая, шумная. Как Катунь практически. После дождей она. О, сильная, могучая река. Страшно даже. Течение такое большое. Туда, если попадешь, оттуда уже точно не выплывешь. Не боишься через мостик идти? Не боишься? А, красотка? Привыкла, наверное. Здесь так свежо над водой. Как морской бриз такой идет над течением. Просто шикарно. Красоту какую настроили. Скоро я увижу Телецкое озеро, а пока любуюсь Бией. Бией, которая вытекает из Телецкого озера. Солнце быстро село, еду по приборам. Все, я на месте. Время 10 вечера, я припозднился. Крутил педали 10 с половиной часов, проехал 152 километра, плюс время на отдых. Ну, я это сделал. Там Бия, здесь Телецкая. Сегодня еду назад на машине, вызвал Веру и Лену за мной.